Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня тот самый день, когда приходит первый заказ по каталогу, и сегодня это 13-й каталог компании Oriflame. Я очень люблю первую поставку, потому что... Куда ты пошел? Ну-ка иди сюда, хулиган. Потому что приходят не просто заказы, а еще и подарки, и новая продукция. Заказ на 179 баллов. И я сразу покажу, какие новинки я получила, то есть буду доставать из коробочки все подряд. Очень порадовал каталог, то, что вышли новые средства для интимной гигиены. Они разные, для разных возрастов. И я взяла, по-моему, все, какие-то у меня под заказ. Буду пробовать, начну пробовать, наверное, вот с этого желтенького. Мне он очень понравился, и розовый понравился. Мне единственное, когда я терла страничку каталоги, не очень аромат понравился, по-моему, синенький. Так, зелененький тоже прикольный, тут с алоэ вера. Кстати, на них написано название, что в них входит состав. И еще один желтенький. Потому что мне их многое заказывали, я уже даже не помню, что под заказ, что себе, это я буду разбирать уже по цитатке. Заказала несколько бочонков моего любимого продукта. Это крем для рук и тела, мед и молоко. 250 мл чистого чуда. Если бы Клеопатра узнала, что у нас такой будет крем в будущем, она бы наверняка создала машину времени и за ним бы отправилась. Потому что это то самое чудо, которое по легенде омолаживало Клеопатру. Она принимала молочные ванны и мазала тело медом. А у нас с вами есть это все в одной баночке, не надо тратить кучу времени на то, чтобы наполнять ванну молоком. И, кстати, это достаточно, мне кажется, накладно. И мазаться медом. А у нас все с вами есть в этой ароматной баночке. Далее. О, сразу попался в руки... Можно сказать, подарок. В последние дни каталога проходила акция. Нужно было разместить единовременный заказ на 50 баллов и уже в этом каталоге выбрать какой-то из наборов. И вот представьте себе, вот этот набор, мужской аромат. У меня, кстати, как раз его хотела одна клиентка заказать. И мыло. А мыло мы очень любим, наше Oriflame. Всего за 199 рублей. Прекрасный набор, я очень рада, то есть у меня заберут эту водичку, мыло мы измыем сами, и у нас будет чудо такой дополнительный доход. Вот, о чем я хочу вам потом рассказать, когда попробую, и обязательно запишу, наверное, видео или где-то пост создам. Это специальный крем для интимных мест. Он рекомендуется всем, у кого есть там сухость какие-то. То есть он смягчающий, да, такой лосьончик. И я его сейчас сразу открываю, потому что я его заказала себе. И будем пробовать. Ты что, отвернулся? Будешь пробовать? Сразу драться. Легкий-легкий аромат. Сейчас посмотрим. Опять сбежал. Мы с ним договаривались, что он будет сегодня вместе со мной присутствовать на съемках, но он не захотел. Он густой. Хоть написано лосьон, но он, видите, он такой прям густой. Хорошо. Ой, легенько скользит. Хороший аромат. Такой ненавязчивый. Нет в нем слишком приторного. Ничего такого, как сказать, ни с кислинкой, ни с горчинкой. Мягенький какой-то такой вот, приятный. Даже не могу сказать, что он мне напоминает, но просто очень приятный. То есть это для интимных мест, чтобы не было никаких трещинок, раночек, там потертостей. То есть это очень хороший продукт. У нас периодически бывают такие кремы, мне они очень нравятся. Но вот давно не было, и поэтому я сразу его взяла, как только он у нас появился. Так, это тоже для себя заказала маску. С чайным деревом, тут лайм и чайное дерево, маска скраб. Мы первый флакон, у нас уже закончился, я, по-моему, в прошлом обзоре или в позапрошлом даже показывала его в пустых баночках. Мы его закончили очень быстро, понравился всей семье, я его и пробовала и как маску, и как скраб. Доченька его просто обожает и уже давно просила его выписать. Вот он сейчас со скидкой, я его сразу взяла. Потрясающий продукт, очень нужный, особенно для тех людей, у кого возникают проблемы с кожей. То есть, если есть какие-то высыпания,
кожа бывает, да, там покраснения какие-то, не надо пользоваться как скрабом, как маской. Если же кожа чистая и просто ее нужно почистить, то можно быстро за 2 минутки сделать легкий массаж. Там такие мелкие отшелушивающие частички, которые не царапают кожу, и так деликатно вот чистят поры. Мне просто вот прям восторг. Еще мне очень нравится, как пахнет это средство. Так, что здесь? Это под заказ. Тональная основа стойкая, натуральная, бежевый. Заказала клиентка, я ей расхвалила предыдущую свою покупку, потому что, наверное, 2 или 3 каталога назад у нас было с большой скидкой стойкая эта основа. Я ее первый раз попробовала, а она мне понравилась. Чем она мне понравилась? У меня вроде бы нет пор на лице, но они прям чуть-чуть вот в области крыльев носа. Но у меня многие тональные основы собираются в течение дня, ну, ближе к вечеру уже, собираются в порах, и их уже как-то, ну, видно становится, что они как будто, ну, забиты. Эта же тональная основа у меня не собирается в порах, это просто идеальный вариант. И я единственное, чему удивилась, что я ее никогда раньше не заказывала. То есть она у нас давно, и я почему-то думала, что это для жирной кожи, зачем она мне нужна. Вот, ну, я от нее просто в восторге. И когда мы рассказываем о том, что нам нравится, вот искренне от души, то люди это заказывают, обратите внимание. И сразу же покажу следующую свою покупку. Это для себя новая матирующая пудровая тональная основа Giordani Gold. И сейчас она у меня на лице. Первое, что я сделала, когда получила заказ, я ее попробовала. Потому что мне было безумно интересно ее именно на лице. Было видео у нас на канале, где я ее тестировала на коже рук. Ну, не совсем понятно, не совсем можно понять, как она будет лежать в будущем. Да, я сразу увидела эффект пудры при контакте с кожей. Мне понравилась эта бархатистость, но я могу сказать, что вот сейчас я ее ношу на лице. Мне очень комфортно, и вот на ощупь лицо прям бархатное, бархатное. Пудры я не пользовалась, я нанесла только тон и легкие-легкие румяна. Вот. Посмотрите, какой удобный флакончик. То есть плоский, легкий, 30 мл. Ну, по виду кажется, что это такой малюсенький тюбик. Почему я на этом акцентирую внимание? В косметичке носить очень удобно. Что мне еще очень понравилось в этой основе, то что она густая. Смотрите, вот я давлю на тюбик, вот вылазит маленький кончик, и он жесткий. То есть он, столбик этот будет стоять и не падает. То есть она очень сразу такая сухенькая, можно сказать, и не будет пачкаться вот это вот все, как обычно я не люблю вот в тюбиковых тональных основах и в кремах, что вот это все выдавливается, потом все грязное, надо чистить. Это же очень удобно, то что она густая и не будет пачкать весь тюбик. То есть этой покупкой, я думаю, я буду довольна, но только уже вечером я могу посмотреть, какой эффект. То есть нужно несколько часов походить с тоном, чтобы поработала кожа, сальные железы, да, там включились в процесс. И какая будет реакция? Потому что первое впечатление очень позитивное. Но прошло меньше получаса, как я ее нанесла, поэтому сейчас трудно судить о том, да, что там будет дальше. Посмотрим. Так, заказала крем для рук, это для себя. Брала уже этот крем, понравился. У нас сейчас в каталоге по акции идут 3 разных крема. Тут арника, авокадо и облепиха. Но это такой аромат. Мне даже Миша несколько раз говорил, ой, как вкусно пахнет. А обычно, когда мужчины обращают внимание, то хочется, чтобы это было, и они продолжали обращать внимание. Поэтому заказала еще один тюбик и, наверное, еще закажу, ну, в других уже заказах. Так, что еще? Вау, вот. Это сухой шампунь. Не знаю, по какой причине, но до этого я всегда брала зеленую упаковку. Там было написано для жирных волос, а это для тонких, да, придающий объем. И я думаю, ну, удобнее же, наверное, для жирных, чтобы прям совсем вот очистить волосы, и все было прям вот классно-классно. Чего отвернулся-то? Вредина. В чате мы обычно делимся впечатлениями о продукции. И моя партнер написала, что почему вы берете зеленый? Он же такой вонючий. Он действительно очень плохо пахнет. Ну, прям резко. Очень много этого запаха, хоть из дома беги. Она сказала, что этот аромат не
не пугает так сильно. И я сейчас прямо его попробую, потому что мне было очень интересно, ведь он, кстати, запакованный, и надо усилия приложить, чтобы там пломбочки сорвать. Сейчас, ой, как это сделать? Моих сил человеческих... Ой! Кот испугался. Вернись. Слушайте, да, он действительно приятный. Слава богу, что есть люди, которые делятся своими впечатлениями о продукции, и можно брать тот товар, который действительно будет в радость. Потому что ну, вот от зелененького, ну, прям вот, вот так вот. А этот прям приятненький. Все, отлично, благодарю. Леночку, я даже помню, кто написал. Так, вот так вот доставить, чтобы вам видно было. Так, что дальше? Так, здесь у нас помада. Это матовая помада. И заказала клиентка второй ее заказ. То есть она уже брала такую помаду и говорит, слушай, какая крутая эта помада. Как только она появится скидками, мне закажи. И сразу вот я ей заказала, потому что буквально она недавно сказала об этом. Она приходит в такой коробочке, это серия The One. У меня таких два оттенка, и я тоже очень люблю, но больше пользуюсь именно вот таким же цветом, потому что она более как бы дневная, на повседневку, на любой случай жизни, а вторая у меня более темная, и я ей так часто не могу пользоваться, потому что мне не совсем комфортно с таким темным цветом. Так, что еще? Здесь тоже под заказ помада, но она так хорошо запакована, не получится открыть, не буду открывать. Это стойкая помада-карандаш, она тоже достаточно популярная, и мне здесь заказала новая моя клиентка. Кстати, хотела рассказать вам одну историю, мне кажется, я уже как-то делилась в своем видео. У нас открылся новый салон, там маникюр, педикюр, короче, красота. И я начала сразу носить каталоги. Один принесла, второй, третий, четвертый, пятый. Ноль заказов. И только вот на шестом каталоге у меня появился первый заказ. То есть я нашла контакт с администратором, стала болтать с ним понемножку. И она мне сделала первую покупочку. Я принесла все, подарочек положила. Тут же вторая девочка, которая там работает, тоже мне сделала заказ. И заказ очень приличный. Сейчас буду показывать, что она заказала. Там дальше как. То есть это ее заказ. Помада. Часть заказа я уже отнесла, то, что у меня было в наличии. Так, что дальше? Слушайте, здесь какие-то неведомые товары. Я поняла. Это подарок. Вау. Все подарок? Наверное. Смотрите. Тоже идет сейчас акция, она продолжается, уже третий каталог. Нужно два человека пригласить в команду и помочь им пройти первый шаг стартовой программы. И вот в прошлый раз я получила большой такой подарок, классный, и в этот раз сейчас будем смотреть, что мне прислали. Это помада из серии The One. Я помню, что там несколько позиций было. Да, очень интересный цвет, такой нейтральный. Сейчас поближе вам покажу. Нейтральный оттенок, который подойдет, мне кажется, ну, абсолютно все любят такую светлую помаду на каждый день, и она такая без блеска. Ой, а пахнет как вкусно. Хорошо пахнет. Далее, здесь это тон в тюбике, который мне, кстати, не нравится, такая упаковка, потому что он мне, у меня такой был тон, и он пачкает вот все, что выкручиваешься. Какой цвет? Слоновая кость, кстати, мой оттенок, и может быть даже я ее использую, или кому-то подарю, или у меня ее будут заказывать, а как раз она есть в наличии. Пудра. Вау, вообще пудра. Классная штука, как ее открыть? Так, затрудняюсь ее открыть. Сейчас посмотрю, какой оттенок прислали. Медиум 306-13. Ну, я думаю, что это будет какой-то ходовой цвет. Далее, тушь. Новая тушь, кстати, это экстремальный объем. И меня порадовало то, что эта кисточка мне подошла, и тушь мне нравится. Она прям, ну, классная. Так, и карандаш тоже, наверное... Тоже, наверное, в подарок, потому что я не помню, чтобы его кто-то заказывал. Черный карандаш для глаз. Слушайте, обалденный подарок. И еще зарезервировали мужские витамины. То есть их пока не было на складе, мне их поставили в резерв, и они придут чуть позже. То есть ну, такая куча подарков просто за то, что двоим людям помогла прийти в команду и пройти первый шаг стартовой программы. Это просто супер. Так, далее. Это под заказ мыло мужское. Это мыло очень хвалят и мужчины, и женщины. Это заказала женщина, я знаю, что она его заказала для себя.
им прикольно умываться, особенно у кого жирная кожа, оно очень хорошо очищает лицо. Так, далее, это тоже под заказ с бобами тонко, такой аромат потрясающий. А как интересно получилось, у меня есть клиентка, у которой, как сказать, она не чувствует запахи, но некоторые ароматы она чувствует. И есть ароматы, которые она сначала никак не чувствует, но потом они так влияют, что может начать болеть голова, то есть ей плохо. И она у меня попробовала этот аромат, он ей безумно понравился, она его заказала, но он ей не подошел, когда она его поносила на себе подольше, и она его подарила какой-то сестре или родственнице, короче, кому-то этот аромат она ушла. У человека закончился, и у нее попросили такой аромат найти и заказать. То есть получилась такая интересная история, что вот через... такой опыт, да, я нашла клиента еще одного. Вот такая вот водичка тоже уходит у нас. Так, что еще? Это еще не все. Там еще одна коробка. Это под заказ тени. Это On Color. On Color. Новая серия. Интересно, какой это цвет. Какой-то сине-серый. Такой, кстати, глубокий оттенок, приятный. Это тоже под заказ. Я такими не пользуюсь тенями. И это тоже под заказ карандашик для губ коралловый. Обратите внимание, что серия On Color, карандашики в ней такие маленькие. Я когда первый раз получила карандаш, я так удивилась, думаю, ой, какой он маленький. И я заказала попробовать новый аромат. Магнетиста. Притяжение, подтвержденное научно. Давайте попробуем. Мне понравилось, какой он пришел в упаковке. Если бы я знала, я бы их заказала кучу. Но теперь следующий заказ. Надеюсь, мне еще что-то останется. Почему кучу? Потому что очень классно дарить именно в такой упаковочке. Так, немножко нанесла. Представляете, в заказ. Когда маленький заказ, то такой подарочек, по-моему, 20 рублей всего стоит такой пробник. Я не помню состав, но я всегда вот интуитивно, нравится или не нравится, то есть как у меня реагирует тело, да. Мне нужно какое-то время походить с ароматом, потому что первое впечатление очень приятное, а как дальше будет, я пока тоже не знаю. Поэтому рекомендую вам обзавестись пробниками, чтобы вы могли выбрать так вот, ну, удачно, как я всегда говорю, чтобы вам было... кайф приобретения, потому что, ну, я думаю, это будет не дешевый аромат. Так, здесь у меня пакет и новые каталоги, и как раз этот новый аромат. Посмотрим, если понравится, и мне будет с ним хорошо, то обязательно закажу себе новинку. Так, эту коробку убираем и переходим к следующей коробке. В двух коробках пришел заказ. И здесь, та-дам! Два аромата, два потрясающих аромата. Это любимчик в нашей семье, и это аромат, как раз который заказала моя новая клиентка. Она выбирала из четырех ароматов, из четырех очень достойных, и остановилась на этом. Я, конечно, рада за этот выбор, потому что я считаю, что это, ну, один из лучших ароматов в Oriflame. И по дизайну, посмотрите, как он приходит упакован. И как он сделан в виде капли, такой сексуальный. И это очень вкусный аромат. Это белая клубника, белый шоколад, ваниль. То есть он такой необыкновенно аромат, который создает ощущение вот легкости, праздника, свободы, чистоты, такой вот девичести. Вот, это под заказ у меня такие ароматы крутые. Love Potion. Так, еще один крем, это тоже под заказ. Так, отставлю в сторону, чтобы не перепутать тот, который я пробовала. Это тоже под заказ BB крем. Новый On Color. Кстати, я их пробовала тоже на руке. У меня такое приятное впечатление от этого крема. Смотрите, как интересно. Тюбик 30 мл, если сравнивать с этим, смотрите, насколько он меньше. Но он более пузатенький, то есть этот плоский, а этот пузатенький. И тут 30 мл, это стандарт. В Oriflame все тональные основы по 30 мл. Он прям малышка, такой легенький, маленький, просто прелесть. Вот мне понравилось, как он очень хорошо лег на кожу. Я даже не ожидала. Ну, все-таки это BB-крем, несмотря на то, что он такой доступный по цене, но он просто классный. И еще одно мыло мужское, тоже под заказ. И
гель для интимной гигиены. Это под заказ синенький. Вот это я запомнила. Кажется, все. Но мне кажется, еще что-то должно было быть. Но может быть, нет. Надеюсь, я ничего не забыла. Потому что я так делаю заказ обычно спонтанно. Открывается сайт, и хочется быстрее отправить, чтобы все пришло, чтобы все успеть. Ну, по-моему, все. Ничего я не забыла. Подарки все показала. Наборы есть. Все похвалилась. Что хочу вам сказать в завершение. Я вам желаю классного каталога, много новых клиентов. Всегда-всегда быть в премьер-клубе, чтобы 150 баллов и выше, чтобы получать максимальные выгоды. Потому что когда вы входите в премьер-клуб, то у вас какие преимущества? То есть вы можете приобретать продукцию с 50% скидкой. Вам возвращается кэшбэк 10%, вы их можете тратить уже на оплату заказа, а это примерно от 800 рублей и выше. Дополнительный каталог премьер-клуба. С этого каталога я частенько такие классные штучки покупаю, которых или они по акции были, я акцию не успела выполнить, или они были в каталоге, но закончились, и только их в премьер-клубе можно взять. Ну, это очень выгодно. И опять же, если у вас есть команда, то получать деньги вы можете только будучи участником премьер-клуба. Поэтому есть к чему стремиться. И, как сказала мне недавно моя партнер, которая несколько каталогов делала маленькие-маленькие заказы, а потом вдруг раз сразу 180 баллов, следующий каталог опять 180. Я спрашиваю, откуда, как, что случилось? И она мне просто прямо линейно сказала: Лиля, я просто подняла задницу. Говорит, ничего сложного нет. Продукция всем нужна, ее любят, ее знают, этой фирме доверяют, поэтому надо было просто встать, пойти и сказать: вот каталог, вы можете через меня это заказывать. И сразу огромные заказы. Поэтому, ребят, если у вас вдруг есть вопросы, вы говорите: у меня ничего не получается, я не могу это сделать, то вопрос не к продукции, не к каталогам. Здесь все прекрасно, вопрос к количеству действий. Либо вы делаете достаточное количество действий, и у вас будет результат. Если нет результата, значит, вы не доделываете. Тут все просто и понятно. Спасибо за внимание. Все вопросы пишите в комментариях. Если видео полезно, ставьте лайк. И до новых встреч. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. GoPro. Стоп видео.